Дорогой мой внук, пишу тебе это письмо и знаю, что ты получишь его, когда у тебя будет сын. Когда я был твоего возраста, мой дедушка передал мне седло, способ выживания, знак сильного духа. Поэтому наступил тот час, когда я могу передать тебе наш символ. Это наше семейное наследие, храни его, как зеницу ока. Твой дедушка.